Согласно жилищного кодекса, все, кто пользуется услугами ЖКХ, должны платить за них в полной мере ежемесячно. Правила распространяются на всех, но нередко соблюдать их не получается. Финансовый кризис, удорожание света, воды, газа приводит к пополнению рядов неплательщиков. Задолженности по ЖКУ накапливаются, перекрыть их становится все труднее. Однако это не отменяет карательных мер, предпринимаемых коммунальщиками. МОСОБЛ-ЕРЦ совместно со службой судебных приставов продолжает работу по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Проводится очередной рейд совместно со службой судебных приставов МОСОБЛ-ЕРЦ по взысканию задолженности за коммунальные платежи. В настоящее время производится арест транспортного средства должника. Как уже сообщалось ранее, данные рейды будут проходить на регулярной основе. Поэтому всех призываем оплачивать коммунальные платежи своевременно, не доводя до того, чтобы ваше транспортное средство было эвакуировано и отвезено на платную штрафстоянку. Транспортное средство увезли на специальную стоянку. Обращаем ваше внимание, что если долг за жилищно-коммунальные услуги составляет более 6 месяцев, и должник не собирается возмещать его поставщику жилищно-коммунальных услуг, то вопрос о погашении задолженности решается в судебном порядке. Закон предусматривает и такие меры, как арест банковских счетов и имущества должника, автотранспорта, запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Данные рейды будут проходить на регулярной основе.